Моя любимая команда. С вами я, Оля Лисовол. И сегодня хочу вам рассказать о самом интересном. Сегодня я хочу вам рассказать о том, о чем вы никто не знаете. И знаете, почему навело меня это на мысль? И, конечно же, я вам не хочу рассказать о пирогах, о этих, которых я сегодня напекла. Я хочу вам сказать, какие вы все классные. Часто кидая в чат видео, вы скидываете, волнуясь, свои видео, самые первые. И говорите, посмотрите, оцените мое первое видео. Так вот, партнеры, сегодня, когда я напекла вот эти пироги, я могу с гордостью сказать, что я вас жду на чай. Каждого, кто в моем чате, я жду вас на чай. Вот это вот пирог с капустой, с копченостями, зеленью и яйцом. Это с рыбкой, рисом, яйцом и луком репчатым. Это сосиски в тесте. То есть у меня, если честно, распирает. Я вот не могу даже подобрать слов. Но вы все такие классные. И когда вы не записываете свое видео из-за того, что вы стесняетесь, вы далеко ошибаетесь. Бог с ним. Застеснялись. Бог с ним. Сказали что-то неправильно. Девочки, миленькие, мальчики, дорогие, это такая ерунда, поверьте мне. Но если сильно уж там наговорили не того, чего надо, можно перезаписать. А если вы просто стояли и стеснялись, то ваше стеснение, вы не представляете, как оно вам на руку. Вы даже не представляете, как оно вам на руку. Потому что люди, которые живут на ваших страничках, они просто ждут таких видео. Они хотят знать, что их в бизнес зовет не супер-вумер, который выставляет чеки на 500 тысяч рублей, а именно простой человек, такой же, как вы, как он, простой человек. Конечно, я от души бы хотела сейчас всех вас видеть за этим столом, чтобы мы слопали эти пироги. И этих пирогов еще будет мало, если знать, сколько нас находится в чате. Но на Байкале, если мы будем снимать домик, и там домики, и там будет своя кухня, я обещаю, что я вам испеку именно таких пирогов, чтобы вы их попробовали свеженькими, а не которые я привезу в дороге. Я вас очень люблю. Вы все классные. Не стесняйтесь своего бизнеса. Не стесняйтесь. Будьте такими, какими вы есть. Не сомневайтесь в себе. Я вас очень люблю. Я горжусь, что я с вами. Ваша Оля Лисовол.